Ну что ж, дорогие друзья, вот и пришел этот момент, настал этот час, когда мне доведется дебютировать на чемпионате мира по футболу. Кто бы мне рассказал 6-7 лет назад, что со мной произойдут такие изменения в жизни, ни за что бы не поверил. Мне казалось, что передо мной лежит весь футбольный мир. Когда я занимался профессиональным футболом, я думал, что я как минимум буду играть в сборной России и обязательно на чемпионате мира. Но я оказался на чемпионате мира, пусть и не в составе сборной России, а в составе огромной армии журналистов. Журналистов со всего мира. Журналистов Sky, Al Jazeera, ESPN, Первый канал. Есть журналисты, безусловно, из НТВ+. Их здесь очень много. И вот эти изменения, которые со мной произошли, как этому не радоваться и как на это реагировать? Даже, вот, честно говоря, не знаю. Сейчас идет последнее приготовление и настрой, так скажем, на матч, один из самых интригующих и интересных матчей на групповом этапе. Я нахожусь в Манаусе, в пресс-центре, в журналистском центре Манауса. Здесь сегодня открывают для себя чемпионат мира Англия и Италия. И здесь я открываю для себя чемпионат мира в качестве комментатора Первого канала. Честно говоря, я не знаю, каким получится этот матч, но хотелось, чтобы он был результативным. Пока еще ни одного матча 0-0, и мне очень бы хотелось, я надеюсь, что сегодня я не стану первым комментатором на этом чемпионате, который отработает матч без голов. Смотрите футбол из Манауса, арена Амазония, Англия, Италия, группа D.